Он капитан Еродинова Марси. Он любит споры, шумы, крики, драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль. И любит девушку из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках, у ней татуированные знаки, и вечерами живут в кабаках, танцует девушка из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во браке. Однажды, накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь, не видя девушки из Нагасаки.